В конце первого летнего месяца вся Россия празднует День молодежи. Ежегодно праздник отмечают 27 июня. Казанский федеральный университет не может остаться в стороне, ведь молодежь – это главный ресурс любого вуза. Именно поэтому поздравят студентов, а также работников департамента по молодежной политике, всех тех людей, которые занимаются социально-воспитательной работой, взялся ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. С праздником вас! Этот праздник сегодня ваш, но и в какой-то степени более старшего поколения нас, кто работает сегодня и трудится в учебных учреждениях, поскольку работая с молодыми людьми, мы и сами себя ощущаем достаточно еще людьми молодыми, тем более пенсионный возраст продлили, поэтому да, есть о чем еще поговорить и потрудиться. Задача Казанского университета является не только образовывать, но и воспитывать своих студентов, делать из них настоящих профессионалов во всех областях. Олег Кашин, Леонард Влетьяров, Универньюз.